штаны милицейские надел. Вещи. Настоящий? Угу. Чапаевский. Добрые времена. Поедешь со мной в Америку? Да хоть в Африку. А мы с вами, дорогие зрители, продолжаем свои прогулки по месту массовых гуляний, почти вошедших в Европу, не знаю, как там, одной ногой или еще одним чем-то, украинцев. Это у нас такой центральный парк культуры и отдыха. Культурного отдыха. Нет, украинцы принципиально не любят сидеть в ресторанах по выходным. Отдыхать в кафе, в гаштетах и прочих. В Макдональдсах. Не любят они ездить на дачу. Отдыхать на берегу моря, дышать свежим воздухом. Интересно, как мы со своим этим мировоззрением. Давай, корми, Саш, ну давай не спорим. И с нашими странными склонностями к работе и отдыху. Впишемся в эту пресловутую Европу. Сейчас пришла мысль. Мы просто расширим место для своей побойки, для своей свалки. Завалим все мусором. Устроим помойку. Ну а те места, которые повезет, те места, которым больше повезет, устроим им свободный, не от рынок. Мы им сделаем всеевропейский базар и барахолку. Во. Барахолка — это то, что надо. А то они нам свой секонд-хенд. Вот чего, чего, а именно у нас больше всего барахла и секонд-хенда. Итак, выходные в разгаре, воскресенье, 11 декабря, 20:16. Мальчик, вы что без спроса фотографируете, а? Я ж не вас, я обошел. Я вам делаю рекламу на товар. Так. Не все довольны бесплатной рекламе. Так, не все рады. Не все публичные личности. То ли дело я. Ну, я же настоящий одессит. А тут понаехали. Thanks. Вот это все, что у нас европейского. Так, Монте-Карло. Не, мы в коробках Монте-Карло носим барахло. Да, это обязательно. Наоборот. Не надо, она больная, ее фотографировать. Ну, вылечится. Больную продают.
Не надо фотографировать. Зачем мне вчера вставать? Не будем нервировать людей. Ага. Вот они наши. Кресла, троны. Ага. Чем мне президентское кресло и не царский трон? На Украине барахолки можно найти все, что... Все, что только желаю, да. Угу. Распродается все из ненавистного совка, из ненавистного прошлого. Плохо? Снимай. Плохо нам было, да? Вот плохо нам было, да? Теперь все. Вся страна отдыхает на барахолке. Ух ты! Вот это тема! Тема! Все. Вот это да! Вот это тема! Ну, а вот это вообще... Да ты шум! Неужели живой? Живой! Живой? Был живой, уже умер. Смертью храбрых. Ага. Полег смертью храбрых? Ни хрена себе! У них там в России только в Центральном музее Октябрьской революции такое можно увидеть. Сколько ж такое добро стоит? $1200. $1200? Всего лишь. Охереть. Под Верховный Урал. И выставить в окно? Так это же лучше не придумаешь, блин. Не, это макеты или настоящие? На привоз с ним заехать в мясной ряд и спросить, сколько мяса стоит. Не, на привозе спросить, сколько мяса стоит. Направить его сначала на него. Не, лучше окошко, маленькое такое, форточку в Верховной Раде разбить и туда вот так это. Сколько, какие у нас сейчас тарифы? Да, не, я вас не снимаю. Вот это тема, та ты шо. $1200. Завтра у вас его с руками оторвут после моей рекламы. Руки оставляйте, не надо. Не надо. Вот это да. Понятно, руки всегда пригодятся. Писец. Да тут одного... Ух ты, так его же даже сдвинуть нельзя. Тут одного металлолома на $2000. Вы явно подешевили. Ладно, будем торговаться. За полторы забираешь. Да? Так. А шепотом. Атомная бомба есть? Если надо, найдем. Понятно. Но тоже в разрезанном виде. Ну там этот боёк спилит, да? Да, боёк заменил и все, смерть фашизму. Писец. Охереть, его ж поднять нельзя. Это Анку надо. Анку советуют. Ах, да, Анка накачалась бы вместе с ним. Ей уже, наверное, не до печки было. К вечеру. Сначала белая, а потом этот дом. Пулемет, а вечером Петька. А там еще и Василий Иванович. В окошко заглядывает, блин. Да. Вот так вот, вы говорили. Где можно получить... положительные эмоции. Только в Одессе. Удачи всем, мужики. Да, дорогие друзья, сегодня мы что-то припозднились. Уж солнышко.
к закату. Ага. Ну все. Я, по-моему, откопал золотую жилу. Золотую жилу. Золотую тему для Ютуба. Ладно, на этом сегодня будем прощаться. Пока-пока. Не. Подписываемся, лайкаем. Не забываем смотреть. До скорой встречи, друзья. А давайте этот возьмем. Такая вещь.